Еще одно дошкольное учреждение начнут возводить в этом году на улице Ушинского. Мэр осмотрел площадку под детский сад в свое время. Там планировали построить ясли, но проект так и не был до конца реализован. В итоге недострой начал разрушаться. Градоначальник поручил в кратчайшие сроки подготовить весь пакет документов для возведения нового объекта. Другой социальный проект, который будет реализован в Хосте в ближайшее время, касается жителей бараков на улице Шоссейной. Один из домов сгорел 2 года назад, другой из-за попадания пиротехники охватило пламя в этот Новый год. Мэрия нашла инвестора, который готов предоставить 16 семьям новое жилье. Алексей Копайгородский потребовал взять этот вопрос на особый контроль и решить его в кратчайшие сроки. Вы должны понимать, что ни одного дня никто не должен затягивать документы. То есть это социальный проект. И здесь нужно максимально, Виктор Петрович, нам всем помогать, чтобы мы четко видели о том, что выполняются все решения, самое главное, ориентир на них. И обязательно внимательно посмотрите на те условия, которые предлагает им инвестор, чтобы там то же самое было все справедливо, по факту, также безопасно, тепло, уютно и все, что нужно для всех систем жизнеобеспечения. В этот же день глава города провел в Хосте сход граждан. Жители поселка, а их собралось почти 200 человек, интересовала тема газоснабжения отдаленных улиц, а также судьба морского причала, который возвели к Олимпиаде и доступ к которому до сих пор закрыт. Помимо этого, ряд вопросов касался самостроев и долгостроев. По всем заявленным вопросам сочинцы получили ответы. Больше 20